легче, чем тур. Опять пошла через Тошич. И... Тошич 2-1. На сей раз штанга не является лучшим другом вратаря, как в первом тайме. Просочился туда мяч. И Зоран Тошич просочился, а спартаковские болельщики скажут, а как же мы умудрились туда его пустить? Ну, тут стеночка. Ведь он не делал секрета. Стеночка спартаковская. Стеночка хороша, да. Но где 5 защитников, опять же, можно спросить. И Тошич знал, что делал, хоть мяч там в штангу и поцеловал немножко, но мне представляется, он уверенно отправил его в ворота. Вот, он сам начинает, отыгрывается Сейду Думбия. По-моему, опять спартаковцы полу пытались сделать офсайд. Они не пытались, они просто не успели. Вот они неправильно расположились. Вот они застряли, 5 человек. Паршевлюк уже пытался тут выбить мяч. Последним он оставался, он знал, что там за ним больше никого. Просто в данном случае потеряли себя. Выходит Аминики вместо Арии. Там опять волнения какие-то, Кирилл. Связано с чем? То, что голову разбили, голову, да? Да? Сейчас забинтовали. Такая